Александр, позади первая неделя тренировок в составе новой команды. Какие первые впечатления от работы в Новосибирске? Впечатления только положительные. В коллективе хорошо приняли, поэтому только положительные эмоции. Работаем, готовимся. А насколько помогло адаптироваться то, что пришли в команду не один, а с Дмитрием Редьковичем, с которым играли в Чертаново? Ну, конечно, это помогает проще адаптироваться в коллективе. И, да, я думаю, если бы даже я один пришел, как бы с этим проблем не было, я спокойно со всеми ребятами общаюсь, и все нормально, не было никаких проблем. У Новосибирска серьезные задачи, как настраиваетесь на их решение? Хочу помочь и решить эти задачи, и только с положительными эмоциями будем готовиться и к весенней части сезона, поэтому я только за, и будем работать. Сегодняшняя двусторонка как прошла? Поучаствовали в первой голевой атаке, уже налаживаете какое-то взаимопонимание с новыми партнерами? Да, потихоньку вкатываемся, находим взаимопонимание с партнерами. Все хорошо. Спасибо, удачи в дальнейшем. Спасибо.